Одинцовский молодежный центр при поддержке Комитета культуры и администрации Одинцовского округа провели масштабный форум молодежного самоуправления. Цель этого мероприятия – это всех лидеров общественного мнения, лидеров школы максимально прокачать по самоуправлению таким образом, чтобы ребята, вернувшись обратно к себе в школу, могли максимально вовлечься в деятельность школы, более эффективно проводить мероприятия, предлагать различные идеи, реализовывать их у себя на территории школы. Форум открывает перед ребятами новые возможности. То, что раньше они делали по наитию, сегодня приобретает реальные очертания. Образовательная платформа устроена таким образом, чтобы участники могли сразу на практике применять все освоенные технологии. Это жизненный опыт, и он важен для каждого из нас. Он будет нужен в любой сфере, в любой профессии и, собственно, в самой жизни. Образовательная программа базируется на трех основных сферах – постоянных спутниках лидерства. Лидерство не такого, когда надо всех растолкать локтями и потешить самолюбие, а когда нужно взять на себя еле-еле подъемную ношу и ответственность не только за себя, но и за людей, которые тебе доверяют. Лидеры должны не только осознавать смысл и уметь организовывать мероприятия, вести за собой людей, но они еще должны уметь взаимодействовать в своей микрогруппе, устраивать отношения с внешними какими-то партнерами, учиться поведению в конфликте, сглаживать углы и чувствовать вот такие тонкие моменты, как эмоциональный фон, душа и взаимодействие с другими людьми. Уже после первых часов интенсива стало понятно, что организаторы попали в десятку. Запрос к этому направлению молодежи высокий, а значит, подобные форумы станут практикой. Мария Шматкова, телекомпания «Одинцово».